Привет всем! Пришла посылка из Китая. Открываем, смотрим. И здесь должен быть набор, состоящий из ультрафиолетовой лампы и комплекта для нанесения гель-лака. Открываем дальше. Хорошо запакован. Так, это, я так понимаю, лак. Можно вытащить. Как интересно, все прям запаяны трубочки. Все хорошо запечатано. Пакет должен включать в себя 4 штуки гель-лака для ногтей цветных. Я так понимаю, это вот один из них. И 2 лака. Топовое покрытие — это верхний слой для нанесения гель-лака. Верхний слой. Сейчас все достанем, посмотрим, что еще тут. Так. Вот базовый слой. Лак для нанесения базового слоя. Так, это цветной гель-лак. Ну и еще 2 цветных, я так понимаю, остается. Все очень качественно запечатано. Все в хорошем состоянии пришло, да, вот цветной. Еще цветной. Причем цвета вот у них наверху, если видно, такие разные. Можно будет сейчас чуть позже открыть, посмотреть. Давайте посмотрим лампу. Так, немножечко помялась упаковочка, видимо, что-то где-то сдавилось в дороге. Инструкция. Да, вот крошечки от пенопласта. Надеюсь, все работает, все целое. Блок питания. Сама лампа. Ну, хочется сказать, что лампа легкая. Уже сразу это понятно. Так, как ее аккуратно вытащить. Заказана была лампа красного цвета. На сайте у продавца еще есть варианты других цветов. По-моему, 7 цветов. В общем, на любой вкус. Состоит лампа. Материал там написано, что нержавеющая сталь. Очень легкая. Вот прям я держу. Действительно, прям вот как-то ощущается. Так, вот это с другой стороны, снизу такие ножки приклеенные. Кнопочки, таймер выставляется. Можно выставить на 10 секунд, на 30 секунд и на 60 секунд. Очень удобно.
Так, это, видимо, защитная пленка. Она потом снимается неплотно наклеена. Наверное, снимется будет посимпатичнее. Такая лампа, вот так она выглядит изнутри. Хочу сказать, что это не только ультрафиолетовая лампа, но еще и LED-лампа. То есть вот две как бы функции включает в себя. Так, ну что, нужно проверять и смотреть, работает ли она. Красивый дизайн у нее, конечно, такой вот прям. Приятно все это держать в руках. Пробуем нажать. Так, ну горит, да, вот на 10 секунд. Намазали на ноготочки слой, положили ручку и ждете. Вот все, через 10 секунд прекратил светить. Можно на 30 поставить, посмотреть. Ощущается тепло. Лампа эта мощностью 36 ватт. Производитель фирмы КЭЦ. Ну и лаки. Лаки. Давайте один из них откроем, посмотрим, какая там кисточка. Такая кисточка, вот такой цвет. Ну, мазать мы не будем. Все это мы аккуратненько сейчас делаем. Можно все открыть, посмотреть. Или парочку. Такой яркий цвет. Ну, все открывать не будем. Ну, топовое покрытие. Давайте посмотрим верхний слой. Вот так вот, да. Аккуратненько. Ну, в принципе, все, что, наверное, можно сказать об этом. Если хотите узнать больше, заходите на сайт продавцу, и там все подробно написано. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!